Я считаю, что у любого человека должно быть право на личное пространство. И финансы в том числе касаются этого. И поэтому это их личное право, насколько они мудры и сильны, чтобы получать определенные доходы. И они никому не обязаны их раскрывать. Если у людей есть какие-то потребности в этом, так это их право. Становитесь мудрее, учите языки, учите новые стандарты, по которым живет новый мир. И зарабатывайте столько же, вам же никто не мешает. Все в ваших руках, абсолютно.